Привет, друзья! Вы на канале Well Done Business, и сегодня я общаюсь с Алексеем Пучковым, предпринимателем из города Запорожья, который является основателем проекта «Мастерня пончиков», проекта «Кухня», а также сооснователь и директор хлебопекарного предприятия «Урожай», который является самой крупной пекарней в городе Запорожье. Здравствуй, Лёш. Привет. Очень рад, что сегодня ты у меня в гостях, я у тебя в гостях. И сегодня у нас есть возможность пообщаться на тему бизнеса, на тему того, что происходит в нашей стране, на тему войны. И первый вопрос хотел бы узнать. Первые мысли. Вот началась война, да? Вот 24 февраля, 5 утра. Какие были первые мысли у тебя, что вот произошло? Ну, так получилось, что я застал войну в Киеве. Вот я поехал как раз на конференцию хлебопекарную, крупную, которая у нас проходит раз в год. И мы ее так долго ждали, все хлебопеки. И тут я на нее приезжаю. Многие не поехали из-за тревожности ситуации. Некоторые друзья говорят, мы не сможем, извините. Вот, но в целом большая часть приехала. Ну и, естественно, она не началась. Она должна была начаться 24-го. 23-го вечером я был в Киеве, а утром проснулся под выбухи в Борисполе. В Киеве. Поэтому первое желание было, естественно, ну, понятно, очевидно, что я не буду оставаться в Киеве, потому что у меня здесь семья, производство и прочее. И я быстренько прыгнул в машину, мы вернулись. На следующий день уже я осознал всю ту тревогу, которая была здесь. Она была, ну, Киев был в схожей ситуации, Киев тоже очень подпирали, и там было тревожно. Вот. Но здесь было не менее, потому что мы уже знали, что Геническ пролетели просто и движутся на нас. Украины. Да, поэтому было совсем тревожно. И первые дни было, мы очень много, достаточно возим по области. У нас ореол доставки от Никополя на севере до Бердянска на юге. Вот, поэтому Бердянск это просто, вот первый же день были уже вопросы, ехать ли нам завтра, принимать ли заявку, выпекать ли хлеб. И эти вопросы некому было задавать. То есть ты можешь позвонить партнерам сельпо и сказать, так а что завтра? Ну, кто тебе скажет, ну, мы завтра отчитываем оккупанта, поэтому, наверное, не вези. Такого, естественно, не было. Вот, поэтому ситуация была вот такая вот онлайн с водителями. Как ты едешь, что там, видишь ли кого-то. То есть водитель спокойно отвез в Энергодар, второй день отвез. А третий говорит, что-то я выбрался, уже очень тревожно. Наверное, на завтра мы в Энергодар, я не поеду, по крайней мере. Вот, вот так вот у нас отпало за несколько дней буквально область. Давай вкратце пройдемся по всем направлениям. Начнем с хлебопекарного предприятия «Урожай», который знает, я уверен, каждый житель в городе Запорожье, потому что продукцией пользуются все. Какая история, почему именно хлеб, как пришел в этот бизнес и какие были планы и показатели на 24 февраля, то есть что «Урожай» хотел делать дальше и как развиваться? Ну, во-первых, я тебя немножко поправлю. Ты сказал в своем вступлении, там самая большая пекарня Запорожья. Если... Частная. Ну, заводы тоже частные. Из крупных хлебопеков у нас есть коллеги, которые пекут много, и это хлебозаводы. Мы из небольших, скажем так, пекарен, мы являемся там одной из самых крупных Запорожья. И именно так у нас и звучит наш слоган «Найбільша маленька пекарня Запоріжжя». Тобто невеликий завод, а пекарня, ну ось пекарня, вона найбільш оснащена, найбільш крута. Вот. Мы в 95-м году была основана пекарня, претерпела несколько переездов, несколько реконструкций и прочего. И сегодня она уже после последних своих изменений находится по адресу Антенная 11, имеет несколько там... 1500 квадратных метров самопроизводства. Ассортимент более 45 наименований хлебобулочных изделий, круассаны торговой марки «Пан Круассан». И мы всегда в своем развитии не пытались быть похожими на наших коллег. Но понимая, что с заводами конкурировать довольно тяжело, это мощный такой коллега. Вот. Я предпочитаю слово «коллега», а не «конкурент». Вот. Мне оно больше нравится, тем более, мне кажется, у нас сегодня такие... взаимоотношения с хлебопеками, как запорожскими, так и другими, они на уровне коллег, и слава богу, мне нравится, что украинский бизнес осознанный, нормальный, производственный, будь то или товары, услуги,
очень много, ну, даже борт, пример. Мы обмениваемся знаниями, опытом. Мы меняемся, да, обмениваемся опытом, где-то порой даже являясь конкурентом друг другу. Угу. Это очень классная тема, потому что обмениваясь даже с конкурентом и общаясь, преодолевая какие-то, мы становимся быстрее, мы быстрее развиваем наше производство, следовательно, нашу страну. То есть у нас конкурент, у нас общий, это, возможно, там, ну, и импорт, или там какое-то более сильное предприятие. То есть все предприятия из этой отрасли работают на одного покупателя, на украинского. По сути, да, да. Я всегда говорю, что нам хватит рынка, нам здесь хватит. Нам главное совершенствоваться в предоставлении услуги или в товаре. Угу. А покупатель уже там найдет. Он сам решит, определит, кого он придет точно, покупать, да. Да. Поэтому вот такая у нас, собственно, головное направление нашей деятельности. И через все эти годы нашего развития, вот уже эти 27 лет с 95 года, мы так и действуем. Мы ищем что-то новое, не пытаясь быть похожими на кого-то и говорить, у нас то же самое, только дешевле. Ну, то есть вот это вот не наш метод. Мы говорим, что есть коллеги, они сильнее вот в этом, а мы хорошо дополняем вот такой продукцией или такой-то услугой или чем-то еще. Мы можем быть полезны вам тоже вот в этом. И да, клиенты, наши потребители находят в этом интерес, находят, и мы с друг другом. А в чем уникальность урожая? Какой продукт он создал сам, который не делают другие игроки рынка? Смотрите, в хлебе очень сложно сделать что-то такое уникальное. Ну, то есть это же хлеб. Это возможно, не... по форме, по приправам каким-то. Знаете, если бы я там придумал какую-то приправу, да, или какую-то придумал особенную форму, которую, ну, нельзя не скопировать, как минимум, завтра же, вот, или же еще, тогда можно было бы говорить о какой-то уникальности. Даже само по себе есть ГОСТы на изготовление хлеба. То есть это ГОСТы, это стандарты, это как гайка должна подойти к болту. Вот, приблизительно так и в хлебопечении. Максимально идите по ГОСТу, а ГОСТ подразумевает качественный продукт, содержащий, имеющий какую-то пищевую ценность и все такое. Так это было разработано, и люди в основном все-таки делают ГОСТовскую продукцию, ну, иногда изменяя ее формы, внося изменения. Или там у нас сейчас есть некое недоверие даже вот к ТУ, слово техусловие, почему-то стало словом нарицательным в какой-то момент. Ну, я знаю почему, это долгая история, долгий рассказ, но стало нарицательным, потому что люди все-таки доверяют ГОСТам. И верно, потому что когда-то ТУ это был такой временный момент ухода от дорогостоящего сырья, каких-то там использования каких-то химических добавок, позволяющих подтянуть свойства плохой муки. А люди почему-то это воспринимают вот так вот очень осторожно. И дешевого сырья, не хочу я из дешевого сырья, это, наверное, невкусно. Поэтому ТУ стало вот нарицательно, как когда-то, знаете, дока хлеб обозвали все частные пекарни, решили, что это плохо. Вот поэтому мы там долго боремся с этим принципом, рассказывая, что мы делаем качественную, классную продукцию традиционным методом, соответствуя ГОСТам, может даже улучшая их и регистрируя. Вот, но это соответствует ГОСТам. Поэтому уникальность сложна в хлебе, но мы ее пытаемся привносить. Да. Майстерня пончиков. Это, я считаю, что это очень крутой проект, потому что есть много фастфуда, есть много стритфуда. Ну, все в основном мясо едят там, либо еще что-то. А здесь пончики очень вкусные, оригинальные. Какая история создания бренда «Майстерня пончиков»? И я знаю, что открыть пончики не сразу получилось, да, насколько я помню, что был небольшой факап, вкратце о истории и о том, почему не получилось сразу. Ну, я на тот момент это где-то десятый год, являюсь хлебопеком уже с 10-летним стажем, даже больше, 13-летним. Вот, и, естественно, я не мог не заметить такие изделия, как то берлинеры или пончики. Берлинер – это большой дрожжевой пончик. Он немцы и австрийцы – законодатели данной темы. Ну, это которые полицейские в фильмах едят, да? Ну, полицейские, как раз, мне кажется, то, что мы видели в «Аталанте», они как раз едят вот такие маленькие, как у меня, да? У нас же здесь американская машина. Вот. А вот эти большие, ну, как Криспи Крем, Данкин Донатс, это вот эти большие, раскрашенные, да, это тоже американская тема, но больше на такой посидеть, покушать с семьей, вот это красивенький, вот, он такой, хотя, ну, и то про полицейских показывает, вот, но, да, они тоже популярны в Европе, и когда-то я загорелся ими и решил поставить, делать именно производство, точно так же возить
с другими своими изделиями uh-huh. возить пончики. Uh-huh. Мы это сделали, разработали торговую марку, успешно представились на выставке какой-то очередной в Запорожье, uh-huh. что была. Вот. И продукт вроде как зашел на выставке, но из-за того, что он приезжал уже остывшим, упакованным, ну, сделанным, остывшим. То есть он не вызвал того интереса, который зритель... Вот он быстро погас, потому что мы поняли, что люди ассоциируют все-таки пончик с свежесделанным пожаренным пончиком. Mm. Вот так. И вот эта тема какой-то холодный, вчера выпеченный, пусть даже украшенный, поданный сегодня, это такой... Не то. Да, вот все-таки калорийный продукт, его хочется вот свеженьким. Если ты уже позволил себе эти калории съесть, то я хочу, вот, чтобы прямо передо мной это сделали. Есть вот такой менталитет. И многие так и говорили, ну бабушка это тесто отсаживала, мне давала, он может неправильные формы, но все помнят горячее. Пудрой присыпали, пудра прям на нем таяла. С полужару. И мы поняли, что нужен некий такой средний вариант. Не вот этого пончика вчерашнего, а все-таки горячего перед собой. И те инвестиции, которые были на тот, мы свернули, это пару десятков тысяч евро пришлось пока поставить в склад. Вот. И мы, я начал искать машину, которая делает пончики сразу. И вот их спустя года три еще, идею пришлось отложить на 3 года, пока я не нашел именно эту машину и создали уже этот бизнес. Третье направление – это сеть заведений быстрого питания «Кухня». Когда родилась, чем можешь похвастаться в этом проекте? Я знаю точно, что среди моих знакомых очень много клиентов твоего бизнеса, потому что там реально оперативно, вкусно можно поесть. Пообедать во время бизнес-ланча, приехал, покушал, уехал. Да, ну вот ты, по сути, рассказал основное стратегическое отличие и принцип, что нам важно дать качественную домашнюю пищу быстро человеку, который занят, который на ходу спешит, и которому вот на данный момент не надо, нету времени на подождать, пока ему приготовят в кафе, пусть даже в любимом кафе посидеть. То есть это не вариант посидеть на переговорах и покушать вкусный обед, это вариант, если тебе быстро перекусить и дальше бежать по своим делам. Вот. Собственно, так он и возник, когда у меня возникла такая потребность. То есть первая кухня была создана недалеко от пекарни. Когда возник такой момент, ну, я осознал, что у меня совсем все плохо с режимом питания, потому что я либо не успеваю куда-то поехать поесть. Нарушается, да. Да, мне вот эти вот таскать на работу судочки, это странновато. Вот, поэтому думаю, надо что-то себе такое сделать. И у нас, и мы при заводе сделали, ну, он такой доступен всем, не на территории. Мы сделали первый пробный объект, который, собственно, и был такой домашней кухней. Mm-hmm. Вот, я нашел повара, который мне это помогла, организовала все. И как сначала это зашло для нас самих и для моих друзей, которые были на территории, потом мы заметили, как здорово стали подтягиваться клиенты на этот формат. Стал подходить людям. У нас такая промплощадка, и, видимо, вот это вот отличие для быстрого перекуса в обед, полноценного, первое, второе, третье, салат, зашло для многих моих друзей, они стали развивать эту первую точку, я подумал, почему бы не масштабироваться. Масштабировать и так возникли еще, возникли в центре. Многие вот твои друзья, которые ты говоришь, говорят об объекте, который в удобном месте на Победе. Центр города, да. Да. Возвращаясь к 24 февраля, первый день войны, мысли твои мы уже услышали. Как коллектив, персонал, как вот вообще все три бизнеса в начале войны отреагировали? Да, вот персонал, логистика, поставки каких-то закупочных компонентов, либо же логистика по продукции, как происходило все? Ну, правильные вопросы, да. Первое по людям. Мы, ну, во-первых, я горжусь тем, что мы практически никого не сократили, несмотря на то, что вот такие с объемами было все очень нестабильно. Первые 2 недели вроде бы как они выросли, потому что у людей была такая тревога. Когда тревога, мы начинаем запасаться, знаешь. Вот. И как ни странно, люди даже хлебом пытались запасаться. Да, я помню, это то есть вот реально первые дни 10 до 5 марта. До 5 марта у нас выросла реализация, несмотря на то, что уже там к третьему дню отпала область, и мы стали возить только по городу. У нас реализация была как со всей областью плюс. И при том узкий ассортимент. Не надо сдобу, ничего, надо хлеб, белый, серый и все. И мы тогда... Но такое пребывало, я понимал, что люди запасаются экстренно, но хлебом не запасешься все равно. Когда-то это остановится, да? Вот да, да, закупка, людей нужно прок. Было спокойно, что вот что-то есть припасено, припасы. Я думаю, что какие-то друзья по крупам тебе скажут то же самое. Запасались всем тем, что может понадобиться вдруг что. Вот, поэтому это потом закончилось. Люди, когда поняли, что заводы не закрылись,
заводы работают. И это, в этом еще и была очень важная миссия во мне и в каждом моем сотруднике, что мы понимали, что хлеб, когда мы привезли хлеб, и он есть на полках в магазинах, это спокойствие нашему люду. Моральное. Думает, моральное. Если есть хлеб, значит все, будет значит, в порядке. Все в порядке, да, ничего так страшного. Хлеб, но вот, к сожалению, пока, ну, к сожалению или к счастью, это продукт первой необходимости, очень важен на столе украинца, поэтому он есть, значит все, я спокоен. И мы тогда, я говорю, что мы тогда очень остро осознали, что такое стратегичный продукт. Мы всегда это упоминали. Стратегический продукт, хлеб, не отдавая отчет себе слово стратегичность. А вот когда я увидел вот это спокойствие, эти звонки, которые вы везете, а вы работаете, а мука у вас есть, я понял, что вот что вы имеете в виду. Он важно, чтобы вот был что вас успокоен. Да. И более того, я для моих людей, для персонала заметил, что они, даже чувствуя тревогу там у себя дома, где-то в Ореховском районе, у меня в Полох, ездят на работу, и там у них уже и шумело, и все такое. Они приезжали на работу, они говорят, мы спокойны здесь. Ты знаешь, вот мы чувствуем, во-первых, от хлеба идет. Какая-то хлеб, своя наверное, нас энергия, наполняет да, вот этой энергетикой. Есть. И мы осознаем, что мы делаем вот тот самый продукт, который даст спокой иншим. И нас это так, и мы прям заряжаемся, едем туда, нам уже и взрывы, не взрывы, нам мы зарядились. Ну и в этом было, это было круто. Вот, по логистике были проблемы. Они сразу отразились на таком сложном сырье, типа маргарин, какие-то там сложные ингредиенты, смеси или что-то еще импортное, потому что где-то в Харьков прилетело, склады закрылись, где-то дрожжевой завод там закрыли, что-то еще, вот были какие-то сложности. Нас не под дрожжам, спасибо, но это львовский завод, нас не подвел, но у него склады некие отпали, но они производителям возили прямо как часы, молодцы. Вот, про маргарин наш масло-жиркомбинат закрылся. Тоже обеспечил. И выехал, он закрылся, выехал, да. Но склады там что-то вывезли, и нам поставляли, потом еще какой-то, в 2 недели были перебои по маргарину, и потом мы сами начали сдобу возвращать, они потихонечку возили. Вот. И где-то недельки через 3 восстановились все логистические цепочки, в принципе, можно было переходить ко всему ассортименту, но его не очень хотел потребитель, все равно хотелось. Все равно люди брали классический хлеб. Да, да, вот такие вот какие-то модные хлебушки интересные, цельнозерновой, с сумешью, все вот отпало, потому что людям надо было просто, чтобы был хлеб. Окей, урожай работал изначально, а пончики и кухня, они закрылись, потому что всем нет, было? Нет. Или работали? Смотри, как было. Кухня начали работать, кухня на Победе начала работать с 20 марта, мы правда закрылись и все. 20 марта мы решили пробно открыться, потому что, ну, увидели уже как-то люди есть, какие-то бизнес-активность началась, трошки люди появились, вот, и мы подумали открыться, и нормально, то есть очень понемножечку кухня зашла. Пончики не останавливались тоже ни на один день, может быть, пончики открылись мы с 7 марта, вот. Да, была проблема даже возникла, знаете, из-за чего? Вот этой тревоги там. Люди первые, сирены, да, 2 недели. Девочки некоторые у меня уехали, потому что собрали их родители, вывезли. Молодые девчонки уехали. То есть по персоналу проблема, тревоги, а закрывать, когда тревога воздушная, вот этот же была. Мы закрылись, но 8 марта мы уже открыли пончики. Кухня, которая возле предприятия, она не закрывалась ни на один день. Более того, мы даже свезли туда все продукты. Чтобы и обеспечить бесперебойное питание сотрудников. Мы кормили нацполицию и прочих. У нас декілька экипажей, мы прямо созвонились и организовали, пока не закончились продукты. Девчата работали без денег, прямо сами сказали, окей, деньги не платим. Мы пока не выработали все продукты, мы кормили экипажи нацполиции. Потом уже я попросил финансирование, они его не смогли обеспечить, и мы перешли уже на коммерческие. Я, кстати, хотел задать вопрос, ты меня опередил по поводу волонтерства. Как волонтерил твой бизнес, разные направления, кого обеспечивали, как обеспечивали, переселенцы, либо армия? Вот уже слышал, что кухня кормила полицию. Да, кухня кормила полицию. Здесь на урожае была масса, в основном, от волонтеров запросы. Запросы на хлеб. Да, то есть ребята где-то, кто-то формирует какие-то пакеты, кто-то тем, которые... как соц, скажем так, работники, которые не могут выйти и все такое, там им стали доставлять и просили там нас вот в эти пакеты там хлебушек обеспечить. Кто-то где-то на терробороновские
направление. Блокпосты там и прочее, туда там еду, рестораны привезли. А у нас было так, то есть многие рестораторы готовили еду, развозили по бойцам, а мы были хлебом в этом наборе. То есть мы привозили обеспечивали в кафе. Наборы для других организаций. Да. В основном это было мне удобно, то есть мы не имели возможности где-то развозить. А ребята это все организовывали, там в кафе забирают, а мы в кафе привозим хлеб, и они туда в наборчик этот ложили. Были некоторые бюджетные установы, мы по сей день возим госпиталь, который они просят сдобные изделия для бойцов, для раненых, для целом, которые там прибывают. Это у них по бюджету как бы и нету сдобы, они берут хлеб по бюджету, даже, по-моему, не у нас, а сдобу мы им возим за свой счет, потому что они говорят, ну, просят что-то сладенькое к столу, и мы им просто возим, и прямо они говорят, там сегодня 170 человек, допустим, мы там 170 булочек отвезли. Ну, вот такие штуки были, и это, ну, это десятки тысяч в месяц мы, конечно, развозим за свой счет и раздаем. Круто, здорово, что предприятия помогают, да, в это непростое время, обеспечивают таким продуктом хлеб, булочки, все остальные ваши направления. Вопрос, что мотивирует тебя сейчас? Вот непростое время, военные действия, над головой, к сожалению, летают ракеты. Что мотивирует тебя и как тебе удается мотивировать, заряжать свой персонал на всех своих направлениях? Ну, я сейчас как для себя выбрал штуку, что нужно что-то, чтобы тебя отвлекало. То есть, когда ты начинаешь, не отвлекаешься на какую-то деятельность, ты сразу погружаешься в эту скроллинг ленты, в которой все равно что-то будет, то прилетело, то разрушило. И я как человек, который неоднократно строил и производство, и все, я понимаю, я, знаете, с каждым прилетом, ну, понятно, я вижу, там жертв есть, там правду нам говорят или нет, там жертв нет, все там. Успокоились. Кто-то успокоился и все, а я продолжаю додумывать эту тему, понимая, как сложно это все восстанавливать. Когда ты строил, что будет дальше, когда ты строил и не раз, ты понимаешь, как же сложно восстановить теперь этот элеватор, это здание, как оно сложно и дорого. То есть оно болит как за свое. Да, да, оно болит за все, за каждый прилет где-то в стране и разрушенный дом. Я понимаю, сколько времени уйдет на его на построить, где напастись столько строителей, денег и всего, и времени, как быстро мы к этому вернемся. Вот, мы радуемся разрушенному мосту, который мешает оркам, но я понимаю, нам его потом строить, это же наш мост был. Восстанавливать. Вот, поэтому я, в общем, я увлекаю себя какой-то деятельностью, чтобы не залипать в эти штуки расстраивающие. Как-то сейчас там планирую открыть кофейню, мы с супругой планируем открывать, вот, и я отвлекаюсь туда и посвящаю себя там. Новый уже проект позволяет отвлечься. Либо новый проект, да, либо что-то придумываем где-то у себя. Я и себе так стараюсь, и людям говорю, вы находите какие-то маленькие приятные мелочи, пытайтесь за них зацепиться, в него окунуться максимально, чтобы вот эти большие неприятные не мелочи не отвлекали вас, и это помогает. Помогает точно отвлечься. Ты, конечно, как в дне сурка. Ты такой раз, что-то сделал, куда-то побежал, бежал, раз вечер, опять вечер, тревога, уснул, проснулся, но усыпаешь с мыслью, завтра я продолжу что-то начать. Это дело продолжать. Да. А как ты думаешь, какой будет Украина после победы? Украина, город Запорожье, и что вообще для тебя значит наш родной город и в целом родина Украина? Ну, я очень надеюсь и уверен, что мы, конечно, очень... У нас теперь есть очень хороший повод все то, что мы хотели реконструировать, построить новым с нуля. Заново. Да, не реконструировать и не затыкать там дырки, чуть-чуть поменять трубу, чуть-чуть поменять розетки, а сделать все по новым требованиям, как мы это видели в Европе. И новые красивые дома, и новые красивые предприятия. Я видел, как они выглядят современные. Это круто. Если мы себе могли позволить до сих пор просто делать маленькие мелочи, небольшие улучшения, то новые пусть строятся с нуля, так как они выглядят в Европе и будут конкурентными. Именно таким я вижу. Я думаю, на это будет добрая воля у всего мирового сообщества нас сделать каким-то новым Сингапуром европейским, чтобы мы таким и стали. Но надо понимать, что нам надо одновременно с Сингапуром мы будем неким Израилем, который постоянно готов к войне. Который должен привыкнуть к этому, да? Да, до речи, это может дать толчок очень другим отраслям, которые околовоенные. Мы сейчас увидели, как кто-то делает пауэрбанки из сигарет. Пауэрбанки, кто-то делает модульные городки одежду, делают, да. Модульные городки, одежду, обмундирование, все, что вокруг этого, это огромные потребности. И это может быть в том числе и малому и среднему бизнесу развиться, импорта заместить, ну, сделать подобие,
если мы их до сих пор прекрасно покупали, дело теперь это в стране для нашей армии, которая, к сожалению, будет требовать теперь большого ресурса. Это, с одной стороны, ну, неизбежный факт, он не может ни радовать, ни расстраивать, он неизбежен. Вот есть, нужно его принять. Да, да. И, к сожалению, теперь весь мир много будет тратить на вооружение. Это грустно в том, что это деньги, которые оттянутся от здравоохранения, развития космоса. То есть их можно экологии. Было потратить совершенно в другие отрасли, но приходится тратить на безопасность. Да, это меня сильно расстраивает. Я понимаю, что миллиарды, которые можно было потратить на экологию, исследования космоса и здравоохранение, мы потратим теперь на войну, потому что куча диктаторов еще по миру осталась самолишен. Попридумывали себе разные. Но Украине все будет хорошо. У города тоже. Я большой патриот, я его развиваю. Каждое мое действие на его украшение, созидание я делаю для того, чтобы кто-то из запорожцев или местных сказал: ух, тут круто. Классно. Я, кстати, обратил внимание, что вокруг пончика всегда красивые газоны, все ухожено, подстрижено. Я обращал внимание, что ты сам лично иногда делаешь ролики, Инстаграм, ТикТок, и занимаешься ландшафтом. Насколько собственнику вообще важно вовлекаться в такие вот тонкости, детали, да? Вот, например, мне как покупателю приятно. Я подхожу покупать пончик и вижу владелец, который делает газон. Ну, это же здорово. Насколько это важно вообще владельцу вникать в такие вот приятные, я считаю, тонкости, чтобы, наверное, переключиться, да, от стратегических планов такие вот. Да, я переключаюсь, но ты правильно говоришь. Видишь, тебя как адекватного споживача, тебя этот факт еще, что ты видишь собственника, который просто обрезает кусты или поливает траву, тебя это, ты это ассоциируешь, раз он сам здесь так вовлечен, значит, в этой точке точно будет прикольно. Да. И это так и делается, я надеюсь, что люди именно так и будут проводить вот такие вот параллели. Вот, потому что, ну, кроме качественного продукта, еще нужно то, чтобы перед ним была атмосфера. Окружающая среда атмосфера, должна быть, да, атмосфера. Я это называю. И мы ее создаем, и очень мне приятно, что многие наши покупатели так и говорят. Они говорят: у тебя там есть какая-то вот атмосфера, что там приятно находиться. Там и купил, продукт не подвел, девчонки улыбнулись, не подвели, но при этом мы вышли, и там нам было хорошо. Мы там провели вот это вот время хорошо, и хочется вернуться опять. Вот хочется, чтобы именно так, если предприниматели будут понимать, что возле его магазина порядок, это его покупатели увидят и прочувствуют. И они это обязательно отметят. А моя вовлеченность, ну, во-первых, я это люблю, мне нравится. И, может быть, надо было, знаешь, я иногда себя думаю, что я сильно вовлечен в эту штуку. Ну, я же мог бы сказать: так, давай обрезай. Там или что-то еще. Кто-то обрезает, кто-то еще что-то. Включил руководителя, а я хожу, важный такой директор, да, там, занимайтесь травой там издалека. Вот, а я взял и пошел сам стригу. Ну, бывают такие, есть у меня друзья, может, старые закалки, которые: что ты вот это вот там сам делаешь, что тебе некому поручить. Я говорю: блин, есть кому поручить, но мне приятно. Мне самому по кайфу. Вот, поэтому вот я такой, я очень сильно смотрю, замечаю и подбираю людей, которые тоже замечают, что надо улучшать. Ну да, я, кстати, замечал, что ты и в кухне сам часто ведаешь, потому что заходил, кушал, здоровался. Мне там нравится. И машина часто стоит, но это показатель. Возвращаясь к теме бизнеса, скажи, пожалуйста, довоенные показатели, насколько сейчас уже все направления восстановили в процентном соотношении свои объемы? Ну, розничная сама по себе кухня, одна из точек вот на Победе, она стартанула в декабре, поэтому у меня нету четкой статистики, как было в эти месяцы. Совершенно новый проект. Да, обычно, ну, логично сравнивать месяц к месяцу прошлого года, потому что есть сезонность в продуктах питания, везде есть, ну, в пищевых продуктах есть. Вот, поэтому мы обычно сравниваем месяц к месяцу. У меня такой статистики по кухне нет, но кассы ноябрьские, декабрьские, мы сейчас по ним идем, плюс-минус выдерживаем или к ним подтягиваемся очень сильно. Я считаю, что это, ну, наверное, мы вышли на те объемы, которые там могли бы быть, ну, которые были. Достаточно ли они для того, чтобы зарабатывать? Нет, надо еще над этим работать. Пончики выходят, можно сказать, выходят. Мы сейчас не добираем только потому, что девочки трошки раньше закрываются, ввиду того, что надо добраться домой из-за комендантского часа. Да. Нам это сильно под... Ну, закрываться всем, когда еще ходят люди, или полвосьмого, еще движ до 9. Ну да, так как раз люди гуляют сейчас лето. Да, поэтому тут мы не добираем. Урожай просел, потому что у нас отпала вся область. У нас, если сравнивать к лету, я вообще не берусь, потому что в этот момент у нас были хорошие моря. Угу. И мы прямо производим
в 1,5 раза меньше, чем в прошлом году летом. Вот, то есть мы сейчас производим, ну, на уровне зимней реализации, она всегда неважная на пекарне. Не самая лучшая вот, в разрезе года. Но возим только по городу, вот, но все равно это нам позволяет сохранить весь тот персонал. Мы потихонечку вводим что-то интересное, какие-то штуки. Вот, розница где-то поддерживает, ну вот так. Потихонечку добавляем ассортимент, который был выведен и был не востребован. Да. Сейчас вот вводим, смотрим, что уже спрашивают, а что там с цельнозерновым? О, нормально. Возвращаются люди, которые думают о ПП, окей. Ну, правильное питание. Леш, а что ты посоветуешь подписчикам, да в целом жителям Украины, как в это непростое время, на что обращать внимание, на что переключаться и как выстоять, выдержать то, что происходит сейчас в нашей стране? Ну, если подписчики бизнес, да? Или вообще люди? Нас смотрят разные подписчики, да? И предприниматели, и просто интересующиеся, кому интересна тема развития, роста в нашей стране, в нашем городе. Ну, хочется всем предложить все-таки максимально мобилизоваться, ну, там, отбросить какие-то депрессивные настроения и понимать, что каждый из нас есть винтик большого механизма под названием восстановление и сбережение страны. Вот, и каждому делать на своем месте, что он может. То есть, если я могу сегодня... Ну, то есть, каждый должен работать на своем фронте. Каждый, да, должен на своем, да, понимая, что он даже просто сегодня, работая и платя налоги, он уже наполняет казну, да. Я как работодатель сохранил рабочие места. Я понимаю, если у меня там сегодня, я работаю, там, не плачу налог на прибыль, потому что ее нет, я ледь выживаю, но я плачу иншие налоги, налоги на зарплату, и значит, я тоже наполняю бюджет. Если я могу там как-то помочь хлебом, отлично, я перебрал трошки функции государства и дал пакетики, которых нуждаются переселенцы. Вот, то есть, если есть возможность бизнес вести, ведите его в этом ли городе. Если сложно, инвестиции, инвестор не хочет в этом городе, редислоцируйтесь, производите его там в другом месте, но это все развивает нашу страну. Людям в очередной раз хочется сказать, ну, которые не предприемцы, а просто споживачи, поддерживайте своих. Если говорить про пищевые продукты, покупайте запорожское. Да, запорожское. Да, смотрите, купив запорожское, вы поддержали наше предприятие. Придя в пончики, вы поддержали наше кофейное производство, наше пончиковое производство. И опять запустили этот маховик развить поддержки и развития и выживания экономики страны. Украины. Да, да, вот это так. И... А есть ли какие-то специальные предложения, акции, например, по тем же пончикам в городе Запорожье? Что могут подписчики получить, подойдя к пончикам, заказав порцию и заказав также ароматный кофе, который у вас тут просто отменный? Я могу предложить постоянно подписаться на нашу страничку Майстерни и следить. Мы с ребятами придумываем раз в две недели точно вас, да, какие-то акции, да, и на злобу дня направлены на очень разные. То мы даем какие-то скидки или что-то переселенцам и военным, и подвешенные пончики, подвешенный кофе. Все эти вещи есть. Мы бесконечно что-то придумываем. Сейчас у нас акция, которую запустили, по-моему, Банда Agency или кто там придумал, по сбору монеток для НБУ, собирает монетки по стране и отправляет их. То есть вы можете монетки свои сдать в НБУ и будет на помощь ЗСУ. То есть просто интересно, мелочь, которая по карманам завалялась, можете ее сбросить нам в этот самый, и мы ее отвезем в НБУ на помощь ЗСУ. Вот такое, ну, это есть, тоже мы увидели у банды, и мы подключились к этой акции. Ну, мы каждый раз какие-то новые придумываем, поэтому регулярно какие-то угощения от нас в Майстерни. Друзья, ссылки на профили Алексея, пекарни Урожай, проекта Майстерня пончиков будут в описании. Обязательно подпишитесь, обязательно отслеживайте все новости, потому что действительно ребята искренне угощают, искренне проводят какие-то акции, активности, и все остаются выигрыши. Бизнес получает клиентов, клиент получает хороший сервис, вкусный продукт, и всем от этого хорошо. Друзья, сегодня был выпуск с Алексеем Пучковым, предпринимателем из города Запорожья, который просто нереально мотивирует и заряжает своей энергией, своими идеями по поводу хлеба, хорики, либо же по активностям. Обязательно мы снимем с Алексеем еще выпуск касательно предприятия «Урожай», потому что я вчера был на экскурсии там, и я обязательно вам потом покажу, как этот процесс здесь происходит. И мы пообщаемся уже больше на тонкости хлебопекарны, потому что 27 лет у человека опыт, он знает, мне кажется, про хлеб все. Вот реально. И именно так должен предприниматель чувствовать себя, он должен разбираться в абсолютно всех тонкостях, даже если ты не
технолог, возможно, либо же ты не сильно в этом профиле изначально разбирался, но ты должен погрузиться максимально. Леш, спасибо тебе огромное за то, что ты сегодня уделил внимание, за то, что мы с тобой пообщались о том, как твои бизнесы чувствуют себя сейчас. Спасибо огромное, до скорых встреч. Друзья, ставьте лайк, жмите колокольчик. Спасибо тебе, Андрей. Подписывайтесь на канал. Спасибо, Андрей, мне понравилось, было интересно. We'll be right back.